Максимов Дмитрий Анатольевич, заведующий отделением патологии белочной железы Тверского диспансера. Я участник проекта «Тверь-Тим». Мне кажется, мы не выбираем профессию конкретно. За нас все уже написано свыше. Почему именно онкология, маммология? Потому что я считаю, что это вообще одна из самых перспективных направлений в онкологии. Первые, там, конечно, элементы мы подсчитывали, там, сколько я выполнил одних операций, других. Но со временем как-то это становится настолько рутинно, на первой сотне ты останавливаешься считать. Здесь главное – это, наверное, оценка пациентов. Вот это самое главное. Отношение к пациентам и индивидуальный подход к каждой операции. Не проходит как квартал, мы выполняем какую-то новую операцию, которую в Тверской области до этого никто не выполнял, и она впервые осуществляется. И будут новые операции, они будут еще высокотехнологичнее, чем мы выполняли до этого. Конечно же, я для себя самокритичен. То есть я вижу, что, например, есть некоторые нюансы, которые можно исправить и сделать лучше. Я не родился с теми мыслями, что я буду врач. Но, как я сказал ранее, наверное, звезды решают за тебя. И когда ты там на следующий день просыпаешься и выбираешь, куда идти и где остановиться, то, наверное, Тверская государственная медицинская академия с учетом ее статуса, с учетом высококвалифицированного профессора преподавательского состава, наверное, сыграла свою роль. Наверное, это все-таки успех не конкретно мой, а успех наш. Успех наш в том, что именно много сотрудников диспансера вкладывает в успех маммологический. Только каждый вкладывает по своему зернышку. И формируется такое звено, которое мы видим сейчас.